Сегодня в лесу после дождя мы нашли во время прогулки прекрасный гриб строчок. Посмотрите. Он съедобный, настоящий гриб, правда, редко встречается. Сейчас еще посмотрим. А вот еще один. А вот еще. Как упоителен аромат леса, пахнет свежей травой, неуловимыми запахами весны, и поют птицы. Еще один съедобный гриб с редким названием саркасцифа. Только что вернулись из леса после грибной охоты. Это строчки. Сейчас пошел дождь. В лесу уже становится дождливо. И вот дождь уже все сильнее и сильнее. Смеркается, садится солнце. Вот такие строчки. Такие. Это съедобные, вкуснейшие грибы. Завтра опять пойдем за грибами.